Заболевших в Кировской области стало больше. Речь об ОРВИ. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что по сравнению с прошлой неделей подхвативших вирусной инфекции стало больше почти на 10%. Среди подростков от 14 лет заболеваемость выросла почти на 8%. В возрастной группе от 3 лет до 6 лет этот показатель увеличился почти на четверть. А вот школьники стали болеть реже. Заболеваемость среди них снизилась на 14%. Причинами ОРВИ специалисты называют риновирусы и коронавирусы, при этом грипп ни у кого не выявлен.